вы к нам? Заходите. У нас как раз новый завоз к 1 сентября. Портфели, кепочки, очки. На головные уборы, если что, уступлю в цене. Ну, сейчас сезон это заканчивается. Ну, ладно, пока еще берут, слава богу. Для девочек вот эти беретки хорошо берут. Ну, сейчас это, еще пару недель до первой, это осени. Теплые будут, поэтому можно будет поносить. Какой рюкзак понравился? Вот этот? Как не хотите брать? Вон, маме скажи, этот рюкзак тебе новый купят, будешь хорошо учиться. И настроение хорошее, когда это новый, ранее в школу идешь. Вон на сколько отсека, сюда и эти, и учебники все поместятся, и тетради, и ключи можно убрать, и сюда что-нибудь положить. Вон, и спинка хорошая, это удобно будет. Вот этот берете, а такой еще расцветки, посмотри, какой больше нравится. Вот этот все-таки, я вам в следующий раз уступлю, ну, как это, самым частым покупателем. Помню, вы же у меня шляпку еще брали. На, одевай он рюкзак. Ага. Все, спасибо, приходите еще, уступлю.